Всем привет-привет! Продолжается Черная Пятница, и я продолжаю выкладывать видео, касающиеся танков и того, как они себя ведут в среднестатистических руках. Если вы, ребят, за честные обзоры машин, и вам интересно, как машина будет играться вашими руками, если вы среднестатистический танкист или начинающий игрок, обязательно подписывайтесь по вот этому желтому шильдику на мой канал. На моем канале вы найдете исключительно честные обзоры на технику. Я ничего не рекламирую, ни на кого не работаю, показываю машины исключительно такими, какие они реально в боях, а не снимаю огромное количество видосов, делаю красивые нарезочки с шикарными подрывами боеукладок и рассказываю вам, что каждая машина в ваших руках будет просто имба-имбовая и доставлять вам исключительно удовольствие. Сейчас я хочу выкатить из ангара Т-54Е2. Он есть в списке машин, которые стоят сейчас на продаже в Черной Пятнице, а именно за 7500 голды. И я лично считаю, что это просто шикарный ценник для этой обалденной машины. Обзоры на данную машину у меня на канале есть. Я обязательно в течение видео вот сюда наверх выложу ссылочку на Т-54Е2. Для того, чтобы вы посмотрели именно обзор на данную машину и еще дополнительные катки по ней. Плюс к тому, ребят, если вы за честные обзоры, а в частности за честные розыгрыши призов, вот здесь вот наверху вы увидите ссылочку, по которой, перейдя, посмотрите видео условий участия в розыгрышах на моем канале. Ребят, поверьте, более честных условий вы не найдете нигде. И сам Wargaming завидует честности планируемых мною розыгрышей призов. Итак, ребят, поехали посмотрим, что машина собой представляет в бою. Мне машинка очень сильно нравится. Я настолько кайфую от этой тачки, вы себе не представляете. И это не реклама машины. Я не работаю на Wargaming. Просто действительно эта машина очень классно играется средними руками. Мне нравится ее живучесть. Мне нравится хорошо бронированная башня. Я очень-очень люблю время перезарядки. Не потому, что оно циферкой красивой хвастается, а потому, что этой машиной действительно можно пережить вполне спокойно время перезарядки, отодвинуться назад, принимать непробитие в башню, но и продолжать кошмарить ваших соперников вашей альфой, которая периодически очень даже таки смущает соперников. Что касается точности орудия, просто обалденная точность, не может не радовать. Сейчас быкану, поеду на ИСа 3, я больше чем уверен, что будет выцеливать он именно меня, потому что, безусловно, тот же самый КВ для него более бронированный. У меня действительно есть один косяк по броне. Этот косяк называется нижний бронелист. Вот на нижнем бронелисте сходятся все прицелы ваших противников. Но если вы грамотно будете отыгрывать, то, соответственно, ваш нижний бронелист будет недосягаем для соперников, и вы реально сможете очень классно танковать практически все, что будет в вас лететь от соперников. Вот сейчас практически, ну, я бы сказал, с легкостью мы продавили направление. Да, безусловно, нам очень-очень помогли наши союзники. Вопросов нет, но и мы-то задних не пасли. Мы тоже ехали, и поверьте мне, очень сильно не нравилось нашим соперникам сейчас то, что мы находимся прям напротив них. Что касается углов склонения, машина отыгрывает углами просто идеально, просто обалденно. Я сейчас ускорю время перезарядки не потому, что мне необходимо выжить, а просто потому, что я хочу дополнительный раз кинуть очень точно и очень больно. Больно на 300 с копейками. И это, ну, прям, не знаю, неимоверный какой-то кайф, просто немыслимая машина. Я вам расскажу, пока еду, кратенькую историю того, как она мне досталась и что я потом про нее слышал. Так вот, как она мне досталась? Досталась она мне исключительно случайно. Я купил ее не глядя, я не смотрел на нее никаких обзоров, я не заценивал ее, я не примерял, а надо ли мне эта машина, а как она играется, в чьих руках и так далее. Я просто увидел ее на продаже и приобрел. И мне она зашла. Она зашла мне просто дико. Это одна из лучших машин, которые я могу видеть у себя в ангаре на 8 левеле. Это машина, которая доставляет дикий фан, дикий кайф. И я не пожалел ни об одной золотой монете, которую потратил на данный аппарат. Она действительно, действительно стоит каждого золотого, в которую оценивают, а уж тем более сейчас на Черную Пятницу. Сейчас поедем, посмотрим, где этот товарищ прячется. Мне почему-то кажется, что братка будет от нас максимально пытаться убегать. Ну а наша задача исключительно шотить. Он стоит, бедняга. Как я понимаю, то ли пытается кого-то выцелить, то ли пытается
ну не знаю, сдаться что ли, потому что что-то не последовало. Ну что, ребят, давайте посмотрим на результаты катки. Я не сделал ни одного фрага, но получил массу удовольствия от игры на данной машине. Я делаю на данной машине по 2-3 фрага за бой. Да, безусловно, не во всех 100% боев вы так будете делать. Главное не подставлять борта, и будет вам счастье. Прячьте нижний бронелист, и ваше счастье увеличится вдвое. 2466 единиц урона абсолютно спокойно, без напряга какого-либо вообще. Что касается фарма, 55 тысяч фарма с учетом прем-аккаунта, 31 тысяча без учета према. И в нашей команде по урону мы заняли свое законное первое место. И что самое парадоксальное, эта машина радует такими боями довольно-таки часто. Ребят, я среднестатистический игрок. Хотите, посмотрите мою статистику. Моя статистика 45% побед конкретно на данном аккаунте. На других аккаунтах статистика повыше, потому что на данном аккаунте мне немножко ее подпортили. Но в любом случае, ребят, скажу честно, моя статистика не выше 55%, вне зависимости от аккаунта моего. Так вот, ребятки, что могу сказать. Именно так машинка приблизительно будет играться в ваших руках, если вы среднестатистический игрок или начинающий. Машина действительно классная, и машина действительно очень приятная в боях. В рандоме на сегодняшний день она продолжает нагибать, и нагибать жестко. Если хотите, посмотрите видос, ссылочку на который в виде подсказки я поставил в течение видео. Ну а если вы все же за честные обзоры, подписывайтесь на канал по желтому шильдику. На данный момент у меня все. Приятных покупок на Черную пятницу. Всех благ, мира вам и обязательно спокойствия.